Жители города и края продолжают оказывать поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО, и мирным жителям Донбасса. На этот раз из Барнаула в качестве гуманитарной помощи направят муку – целых 25 тонн. Такую идею предложила группа фермеров из Завьяловского района. Просто взяли, позвонили, сказали, мы хотим помочь. У нас есть вот такой объем, мы готовы как бы его в дар отдавать на наших ребят. Ну, я изначально пояснила, что как бы ребятам на фронте как бы сложно работать с мукой, потому что не те у них условия, да. Но для жителей Донбасса и госпиталя это будет колоссальная помощь. Доставить груз из алтайских районов в Барнаул – еще полдела. Здесь, в краевой столице, для дальнейшей транспортировки муку расфасовали в удобную тару. На помощь пришли местные власти и предприниматели. Была проведена расфасовка груза, расфасована по 5 килограмм мука, упакована в палеты, а также будет организована доставка. Гуманитарный груз из Алтая уже скоро повезут в подшефный нашему краю славяно-сербский район ЛНР. Организаторы сбора, региональный штаб комитета семей воинов Отечества и группа «За добро», мэрия Барнаула, предприниматели, а также региональное отделение УНФ благодарят неравнодушных за любую помощь жителям Донбасса. Анара Шагирова, «День с толком».